Основной вклад вносит такие загрязняющие вещества, как бензопирен, оксиды диоксида азота, взвешенные вещества. То есть это фактически продукты горения. Количество выбросов от стационарных источников Назарова составляет 46,5 тысяч тонн. Из них 96% основной вклад вносит АО «Назаровская АГРЭС». То есть это основной вкладчик. Учитывая, что на территории города около 4000 частных домовладений, да, и на сегодняшний момент у нас официальные статистики частный сектор, выбросы частного сектора не учитываются, то можно сказать, что предварительные оценки, то есть около 5000 тонн в год у нас вносят выбросы частного сектора. Учитывая неблагоприятную обстановку, как вы уже сказали, да, мы в октябре прошлого года направляли в адрес администрации комплекс мер, разработанный, основываясь, опять же, на полномочиях органов местного самоуправления. Но, к сожалению, на сегодняшний момент до сих пор в адрес министерства мероприятий, предложений никаких не поступило. Учитывая, что основным загрязнителем и основным вкладчиком является Назаровская АГРЭС, также направляли этот комплекс мер компании. Но тоже предложений не поступило.